Мы за Ланю, друзья, вот этого черного кота зовут Мясник, он живет в мясном магазине. А вот подруга, которая живет вот в этом районе, тут худой мой был, вы помните. Такое вот мясо чистое, кошечке повезло. Ну, я думаю, что все время кормят возле мясных магазинов, все люди хорошие. Здесь велосипед он сдается, то есть продается. Так, сегодня у нас... Какое сегодня число? 5 или 6? Нет, 6, да? Среда сегодня? Или не среда? Я уже запутался. Друзья, не купался. Уже все с меня смеются. Не купался ни разу. 6 уже, да, сегодня. 6, друзья, 7 числа будет вообще Армагеддон, блин. До 36 может быть в тени. Не по ощущениям, а по столбикам термометра. По ощущениям в тени до 40. На солнце сколько, ну я не знаю, сами можете фантазировать. За 50, наверное, будет завтра. Вроде бы как один день. Привет, сова. Так, что там у нас написано? Wednesday, 5 числа. Фестиваль. Связанный что-то там со школами. Со школами вам не интересно. Так, идем, я сейчас покажу, где парфюмер Билал находится. Вот она, площадь Хаджет. Кстати, от парфюмера Билала давайте пойдем сейчас не по 25-й улице, а пойдем до Вайкики. Мы сейчас пройдем. Так, сначала идем поздороваемся с оленем и с уважаемым человеком обязательно. Все забываю выставить, как здесь дом разрушали. У меня видео есть классно. Значит, время сейчас, ого, уже 7:30, погода комфортная, градусов где-то 28, не меньше по ощущениям, но более-менее некомфортная, потому что нет духоты, это не июль месяц, на солнце сегодня тоже был. Ну как, я называю комфортная жара, но если непосредственно не находиться на солнце. Либо если вы на солнце, то надо, чтобы защищенные были все открытые участки тела, а главное голова, либо голова мокрая, чтобы была все время. Каждые 5 минут ее мочить, потому что я представляю, сколько людей сейчас получают тут ожоги сильнейшие. Это все очень опасно, друзья. Вы зря так относитесь к этому. Я не знаю вообще, кто придумал загорать и зачем люди это делают, мне непонятно. Но большинство людей такие, по крайней мере, те, которые сюда едут, они едут именно за этим. Поэтому как бы... Да, даже Германия пошла на красный свет, а мы будем стоять. Ехать идти вон только на зеленый. Парфюмер Билал, вот это у нас улица 25 метров, друзья. Вот она направо. А вот туда вот дорожка, которая ведет на Вайкики. Через 5 минут мы будем на Вайкики, который возле муниципалитета. Также на набережную порта можно выйти. Там светящаяся улица, наша любимая, с ксилофоном. Все зелененькие. Сейчас посмотрим, Билал должен работать. Я думаю, ты давно к нему не заходил. Я балдею от его одеколона, и балдеют все мои друзья тоже. Все говорят, что он очень классный, очень мне идет. И многие идут, покупают тоже, те, кого я знаю лично. Наркотик Flower аромат, который парфюмер Билал сам изобрел. Еще раз напоминаю, что у него все натурально. То есть это масла, это не химия. Он сам там колдует, из нескольких масел создает чудо, хлопковые деревья. Также там заводских более 80, по-моему, моделей бренда турецкого. Добрый день, олень, уважаемый человек. Якшамар, добрый вечер уже, можно сказать. Итак, туда мы сейчас еще пойдем, там вкусная пекарня. Так, хорошо, что я не голодный, а то я сейчас не удержался, зашел бы, самсу купил бы. Сейчас мы сюда вернемся и пойдем на Вайкики по этой дороге. А можно было пойти, в принципе, по улице 25-й, вот где находится парфюмер Билал. Сейчас мы выходим именно на улицу 25-ю. От Envy Beach Hotel сюда идти максимум 10 минут, друзья. Вот так вот, по светящейся улице, вот напрямую туда. Смотрите мои видео. Кто смотрит мои видео, тот все понимает, даже без... Не задают даже никаких вопросов, потому что я настолько все показываю, четко сюда. Вот он, друзья, здесь. Он сидит, скучает. Привет. Адрес я оставлю видео, ссылку, где я там адрес оставлял, или ссылку, где он там. Привет. Как дела у тебя? Приходят от меня? Да. Редко? Что? Много приходят? Часто?
Да, переехал. Приходит нормально. Да. Сейчас еще раз покажу, друзья. Также масла у него ароматические. Как-нибудь приду, покажешь, как ты колдуешь, да. Делаешь. Как-нибудь приду. Да. Все, показал, где ты находишься. Адрес, друзья, оставлю. Приходите, счастливо, хорошей торговли. Вот, теперь мы идем туда, и я сейчас выйду до Вайкики. Так, а вот этого молодого человека, мы где-то я его где-то видел. Видели. А ну пойдем, сейчас на тебе испытаем. Не, за косметикой. Сейчас я вот проверю сейчас твой вкус. Давай. Можно этот наркотик Flower, вот я на нем испытаю. Независимый эксперт пришел. Давайте без наркотиков. Оставим просто Flower. Давай. А, ну там еще, понимаешь, там фишка еще в том, что он через 2 часа будет немножко еще другой аромат открываться. Как Фаркетмис. Я 3 раза брызгаю. Давай, пробуй. Зараз он даст. А это не... Даст он сейчас этот... Чего? Салфетку. Ты на себя не хочешь? А я только попользовался. Я понял. Только нанес мне 10 этих. Он долго держится. Долго? Да. Я когда на куртку брызгал, он у меня почти неделю пах. Ну, поехали. Вот, независимый эксперт. Я его не подкупил, он на ваших глазах появился. Никакой дырявый. Но вот через часа полтора он еще будет. Знаешь, он такой вот какой-то. Он похож немножко на апельсиновый даже цвет. Ну, я хочу сказать, ноты здесь цитрусовые присутствуют. Угу. Как по мне, можно брать. Интересно, да, такое? Да. И цена там, цена гуманитарная такая. У меня? Ну, я не буду афишировать, какие у меня есть. А он тебе может... Тут у них есть аналоги, есть, кстати, всех этих самых. Ну, из последних я пользуюсь Dolce & Gabbana. The One. Приходите, я оставлю еще твои контакты в описании, в закрепленном комментарии. Костя делает замечательные вещи из серебра. Подвесочки, даже элафалания есть. Не только из серебра, но и из золота. Да, вот. Я сам делаю. Хорошо, будешь в курсе. Он мне когда дал, он говорит, поставь его на 2 недели в холодильник. И я вот брызгаюсь, я чувствую, что того запаха нет, который я знаю, что должен быть. Поставил реально на 2 недели в холодильник, достаю вот такую. То есть он волшебник, он умеет делать как-то, я не знаю. Да. Так, ты в ту сторону, я вот туда на Вайкики сейчас вот, иду. Вот, рад был. Да, встретить. Я тоже, увидимся. Спасибо, здесь. Ты где-то здесь обитаешь или нет? Буду, через неделю буду, пока есть. Будешь тут жить, в смысле, да? Вот прям... рядышком. Да, ну тогда будем видеться. Недалеко и к офису. Никто от меня там не интересовался, еще не... Честно, возможно, я просто не спрашиваю... Друзья, вы когда обращаетесь, скажите, что от меня, он вам сделает еще персональную скидку. Дополнительно сделаю. И парфюмер Белал тоже. Да, я это делаю все. Да. Все, ладно, всем хорошего вечера, рад был вас всех видеть. Все, пока, счастливо. Все, погнали дальше. Так, независимый испытатель у нас был. Сейчас я ноги намочу. Легче будет на жаре, знаете. Но на жаре сейчас как таковой нету, тапочки заодно помою. Я обожаю ходить от колонки до колонки. Это лето. Ай, холодная водичка замечательная, потрясающая. Пусть я вам показывал, на ярмарках мы были. Он показывал. Подвесочки Алафалани серебряные, очень классно делает разные вещи. Вот, теперь мы ушли с улицы 25-й, и мы идем вот, я не знаю, как называется вот эта, друзья, улица, по которой мы идем, она идет прямо к Вайкики и памятнику Ататюрка. Потому что если выйти вот там на набережную по светящейся улице, мы выйдем к Мигросу и к Энви Бич Хотел. А здесь мы срезаем кусочек и выходим сразу на монумент Ататюрка. Вот Йылдыз-Фирин, друзья, там бомба у них. Мужики там вкусные. Приходите часов в 10 вечера, там они пекут все вечером. И вот вечером можно все взять именно из печки. Оно все свежее, горячее, теплое. Подогрето уже немножко не то. Вот смотрите, Позитив Пэтшоп, друзья. Приходите, можете показать мой канал, можете сказать, YouTube Ромка. Мито, Тавук Балык. Где-то 100 лир кило стоит, по кило расфасованный. Мито, Тавук Балык. Позитив Пэтшоп, рядом с рестораном Флэш. Можете ресторан Флэш забить, на всех картах он есть 100%. И от ресторана Флэш искать и парфюмера Белала, и все остальное, если кто не понимает так. Хотя мне кажется, что так как я хожу, тут понятно все.
Константин, в отличие от меня, шпарит на турецком. Блин, а я забыл, сколько лет ты тут живешь. Ну, человек... Любой человек, который хоть немножко умнее меня, он с удовольствием выучит турецкий язык. Это только мне он недоступен. Как я всем отвечаю, я учу 60 лет, учу английский язык, и я его все равно не знаю. Поэтому у меня и в целях не было учить еще турецкий, тем более, когда он вообще не заходит просто, вообще ни на что не похож, очень сложный. Единственное, что то, что, с чем я соприкасаюсь ежедневно, то есть названия продуктов, овощей, какие-то названия основные, там какие-то основные цвета. А опять же, когда я выучил, вот вы помните, в том году я с Метином учил, Метин давал мне на неделю задание, да, и я ходил, учил, неделю ходил, учил, допустим, месяца за неделю выучил, потом выучил за неделю, что я выучил. Короче, все, что я учил, друзья, как оно училось, так оно и забылось. Потому что если ты этим всем пользуешься ежедневно, то да. А если я выучил названия месяцев, и сейчас я их не знаю вообще уже практически. Потому что я ими не пользуюсь. Сейчас, по-моему, хазиран, но вот просчитать сейчас от января до июня я уже не смогу. Вот джак, шубат. Ну так можно, конечно, напрячь мозги, но все подряд точно не вспомню. От этого котика. С ошейничком я вчера здесь кормил. Ну, тут возле курочки колокольчик. Ты еще с колокольчиком. У меня опять 1,5 литра бульона. Я ночью гулял сегодня до начала третьего. Кстати, видео уже вышло, по-моему, короткое. И видео вышло, как я в полночь шел по набережной порта. Фух, куда так лечу? Акмода, друзья, вышел магазин. Вот маленький аналог тех кустов, которые мы видим, видите? Получается, что он такой и есть. Либо его, не, ну вряд ли его плетут вручную, когда он еще нежный ствол. Но вряд ли его вручную плетут. Наверное, он такой и есть. Акмода магазин, который абсолютно не для туристов, друзья. Там очень интересные бренды турецкие. Мужские костюмы в большом ассортименте. Пиджаки отдельно можно купить, брюки. Рубашки, футболки, поло, мужские, турецкие. Именно на рынке такого нет, подчеркиваю. Акмода. Обращайтесь. Да, сейчас видео не пропустите с перлоплатином, выйдет с кожей мехами. Знаю, что уже приехали мои посетители вчера, сделали покупки. Вот жаль, что вы отзывы не пишете. Напишите, пожалуйста, вчера несколько человек купило. И выйдет вторая часть со второго этажа, которую мы еще не показывали в этом сезоне, друзья. Там сотни моделей именно новых. Там такие шикарные шубки и все остальное. Давайте у фонтана пройдем. Не работает, правда. Так вот, знаете, вроде как комфортно, но вот когда идешь, да, еще иду довольно быстро, немножко, ну, не то, что жарковато, но ближе к тому. Днем я, конечно, вообще не представляю, что было. На днях, я думаю, все-таки я уже искупаюсь, наверное, потому что вода во многих местах уже не менее 26. То есть уже можно всем самым теплолюбивым. В такую температуру уже купаться можно. Друзья, дальше я иду в сторону Джума-Пазара. Но я не провести вас. Окей, ладно, чтобы вы видели обстановку. Но сейчас дело в том, что идет ужин в отелях. Поэтому судить о количестве сейчас туристов будет неправильным. Потому что многие все-таки все включенники. Они сейчас еще ужинают. Ну, все равно пройдемся сейчас и все. В надежде увидеть Вайкикушку. Ну, вижу черный кот, он спит, который за мной бегает сюда. Он здесь теперь поселился. Ладно, пусть спит. Ты побежит за мной. Вот мы вышли к монументу Ататюрка, и также вы можете обратный ход включать и идти к парфюмеру Белалу, допустим. Вот набережная порта начинается, муниципалитет, памятник Ататюрку и улица имени Ататюрка, первая линия, как я называю. Хотел идти дворами, но окей, давайте еще раз пройду. Может, кто-то до сих пор не понимает, где находится Ичадаш, Кундура, Мода и все магазины наши. Ну, еще раз покажу.
столько людей приходит, а отзывы никто не пишет. Я про все магазины имею в виду. Так, за доллар дают сегодня 30.60, за евро 33.50, рубль 0.315, британский фунт 39. Фух. Устал, мой рюкзак тяжелый просто. Здесь я ночью начал видео, по-моему, да? Здесь я начал съемку. 12 ночи примерно. Сегодня. Сегодня я уже здесь был. 12 ночи. Молодцы, корма сколько. Ну да, как я и сказал, больше вот я сейчас вижу, люди ходят в Брестской, потому что все включенники еще на ужине. Хотя есть иностранцы все равно иногда попадаются сейчас. С браслетиками сидят, но это местные люди. С браслетиками тоже турецкие люди сидят в кафешке. Хорошее заведение вот это. Тут приятно вечером, ночью проходить, когда смотришь сюда люди. Всегда такой приятный свет. Интересный дизайн у них. Окей, давайте через Усана пройдем и Перлу. Вот раз я туда ходил. Еще конечная точка Чайбашкандура сейчас надо. Не, ходят иностранцы, да, ходят, но было бы людей. Ну, будет через час, тут очень много людей, когда с ужина они все выйдут, отельщики. Ага, холод с магазина. Британский фунт 39 стал, было меньше пару дней назад. Второй день уже, я смотрю, что не будет больше за него давать станет. Вот, друзья, слева у нас Tudors, De Facto, Белладонна, что там, Скала. И направо уже идет Джума-Базар и пятничный рынок. И все наши магазины. В чем удобство? Я вам показал, именно вот здорово показал, что все магазины эти, они все находятся в одном месте. Все в одном месте, друзья, это круто. То есть вы приезжаете на пятничный рынок, допустим, за клубничкой, да? Хлоп, обошли вокруг него, купили обувь, оделись. Купили чемодан у Ильяса, куда все запаковали. Включая кожаную куртку, купленную у Ильяса же. Понятно, что, допустим, тех же кожаных мест очень много, магазинов, друзья, вас могут даже по пути, когда вы идете к Ильясу, тут есть, называется, зазывалы они, по-простому, я не знаю, как еще назвать, вас могут затягивать в разные магазины, друзья, но идите туда, где гарантирую вам я качество, хорошее отношение, что вас не обманут. Вот все, кого я показываю, идите к моим друзьям, не идите на стихийные какие-то магазины, где вы никого не знаете. Потому что есть, к сожалению, такие печальные опыты у моих зрителей, когда они дошли до какого-то магазина, шли зачем-то и перехватили по пути, и потом люди плевались и купили просто, ну, скажем так, ерунду. Они дошли до моих проверенных друзей. Вот мы уже идем, почти мы до Вайкики дошли. Это не обязательно делать, можно было направо уже давно повернуть. Вот в любом месте можно повернуть направо, и вы пятничный рынок не проскочите. Вон уже впереди Вайкики через 20 метров. Давайте здесь повернем направо. Вайкики вон реально уже, вон там, вон здесь светофор. Если кто не понял. Или кто впервые смотрит. Я молчу. Уже сил нету болтать. Нет, диджеем бы я не смог работать, потому что там надо 12 часов подряд болтать. Я 12 часов подряд не снимаю вам. Это было бы очень сложно болтать подряд 12 часов или даже 8 часов. Так что я диджей такой 50-50.
Фух. Ждет вас и шахин здесь. Так, вот пятничный рога. Еще не донырнул сюда. Пятничный рынок вон он справа. А, некогда. Не могу. Не, спасибо. Ничего не надо. Здесь Гюкхан, кстати. Гюкхан — это брат Ильяса. Вот там есть много бижутерии и... Что там у него еще? Часы есть. Еще что-то. Так, о, я правильно попал. Я всегда сам иду, знаете, как почти наугад, можно сказать. Правильно я попал? Ну да. В том ряду в следующем. Шахин слева. Сейчас Дак Мода еще доведу вас, который я сегодня показал, чтобы вы поняли, где они находятся. Тут у нас сладости, сувениры. Сидит, скучает. Привет. Ну как? Был кто-нибудь? Нет. Сегодня не было? Нет. Вчера не было? Нет, вчера тоже не было. Один женщина утром была, она ничего не покупала. Потом придет еще. Друзья, приходите, он вас ждет. Да, все, давай хорошая торговля тебе. Показал, как прийти, вы можете прийти. Теперь, кто не понимал, где можете прийти. Гюкхан у нас. Привет. Привет, брат. Как дела? Нормально. Хорошо. Кто там есть? Ильяс есть? Да, конечно. Так, музыка. Выключи, пожалуйста, музыку на минутку, хорошо? Ага, спасибо. Ой, как тут холодно у вас, ё-моё. Это мне после улицы. Вот они. Вот сразу, наверное, после этого видео, как вы увидите, выйдет видео со второго этажа. Ока. Привет. Как дела? Нормально. Вот пришел с площади Хаджет. Показал, как прийти сюда. Да. Вчера купили? Купили. Да, вчера. Отзывы не написали. Сегодня, трое было, да, или больше? Да, сегодня еще 4 клиента. Сейчас на 8 часов заберем. Через 15 минут, наверное. А сегодня был еще кто-то? Утром был. Купили? Слава Богу. Первый клиент был твой клиент. Правда. Купили, спасибо. Да? И вчера купили. Да? Да, вчера. Друзья, напишите отзывы, хоть пару слов. Довольны ли? Как Илья себя вел? Какие цены? Напишите. И скажи, я всегда, как говорю, свой клиент. Иногда клиент стесняет мне писать, как забери меня. Сегодня она мне не писала. А сейчас теперь еще раз говорю. Как Ромка клиенты, вы всегда, у меня там есть два номера WhatsApp. Пишите, друзья, он забер... Сделай его потише, да. Пожалуйста. Пишите, заберут вас, они по-русски, можете писать, можете звонить, заберут вас, привезут и отвезут. Даже если вы ничего не купите, не переживайте, да. Сразу вас я отвезут клиенты, потом. Заберу в отель, потом провожу обратно. Как мы всегда говорим, Ромка, чай, кофе. Пиво, виски, пиво. Водка. У нас любой, у нас лимит нет, бесплатно. И когда клиенты покупают или не покупают, то все равно потом мы провожим в отеле. Вот тут цены пишутся. Пришли, сказали, что от Ромки. Получили скидку сразу. И, поверь мне. А потом за чаем еще скидка. Да, твой пароль, ты знаешь что? Когда Ромка клиент, пароль Ромка Рокер. Когда пароль клиент называет Ромка Рокер, потом я ищу минус, правда, сделать. Я очень доволен твоим клиентом, слава Богу. В прошлом году много клиентов приехало. В этом году, честно, я интернет почитаю, много клиент придет, слава Богу. И мне новая коллекция. Тут такой выбор, друзья. Товара, еще 100 моделей. Ну, мы через неделю еще видео сделаем. Сейчас выйдет это. Да, в следующем неделе сюрприз будут, я тебе обещаю. Угу, сюрприз будут. Угу. Как ты всегда ждал, вот уже мне открывал. Тут сейчас но вообще... поздно было, все равно в этом году, слава Богу. Месяц просто не по их вине, месяц ушел из-за того, что завод не работал месяц. Да. Они позже стали работать, и все задержалось, поэтому... Но сейчас вот после этого, вот это видео мы смотрим, может быть, утром, а вечером сегодня выйдет видео со второго этажа, которое мы снимали. Да. А потом через дней 5 мы еще сделаем, да. И покажем еще больше. Каждый недельник новый товар и новый видео. А сейчас 8 откуда будете забирать? Это Gold City, извини, Утопия. А, Утопия, да. Карагджак, да? Да, Карагджак, ну 4 женщины. Угу. Вот хороших им покупок. Ну, посмотрим, сезон, слава Богу, этот сезон хорошо будет. Много у нас твоих клиентов придет. И каждый день мне новый товар придет. Угу. За другое видео, которое новое сделаем, суббота или воскресенье, бомба товар будет. Самый эксклюзив, высокий товар.
покажет тебе на видео. Все, приходите, вас ждут, друзья, приходите. Давай, хорошие хорошо, продаж. Спасибо, Ромка, увидимся. Давай. Я еще 8 может было проходить, может еще зайду сейчас хорошо, когда-нибудь. Счастливо. Ромка. Все, друзья, хороших покупок вам всем. Спасибо, я Ромка. Побежал дальше показывать. А, чемоданы. Чемоданы можете прямо здесь покупать. Цены хорошие, чемоданы неубиваемые, друзья. Свет, Ромка, вот, ага, вот смотрите. У него есть и маленькие, и большие, и средние. То есть чемоданы, полный набор. Вам не надо их нигде искать, цены на них одинаковые. Давай чай пью. Везде. Все, побежал. Давай, я в Шамар. Сейчас доведу вас до Акмоды доведу вас сейчас. Так, здесь Мурат. Блин, я видел, такой худой кот идет. Ну как я его могу не покормить? Худючий. О, ты такой худенький, он-то маленький еще, может, поэтому ты кажешься худеньким. Ну, разберемся. Аптека здесь, где тоже всегда. Омер, зовите Омера, там есть еще его напарник, назовите его всегда. Честно, он все подберет, любые лекарства, аналоги, если нету такого лекарства, как вам нужно даже. Прямо возле первого платина. Мэр находится, он работает сейчас. Здесь у нас Мараба, здесь Мурат, у нас на злый текстиль. Как дела? Хорошо. Сегодня плохо, были? Плохо. В пятницу, друзья, придете за клубничкой в вот рынок и сразу не забудьте. Понедельник. Следующий? Угу. Хорошо. Можно? Да. Часов пять? Нет, пять нормально. А, понедельник, семь, подожди, понедельник. Семь с половиной. Я тебе позвоню, потому что я, если в оба буду, то не получится тогда. А если в оба не буду, тогда получится. Окей. Тогда созвонимся еще. Угу. Давай, счастливо. Семь вечера? А, ну всем может быть и можно, даже если я в оба буду. Хорошо, тогда понедельник. Тамам, понедельник. Ага, ага. Вот он, пятничный рынок, друзья. Мы дальше идем сейчас на этот... Господи. Ну, Шахина я не дошел возле платформы на Конаклы вниз. Шахин находится. Сейчас Акмоду покажу вам магазины, которые я презентовал вам. Вон она, наша красавица. Сейчас у меня бульон есть, но с холодильника надо его немножко подогреть. Таня, ей воду надо срочно, другую банку, вода зеленая. Там привет, привет всем, привет. Я показал опять, как прийти к вам от площади Хаджет, пришел от Вайкики пешком, прям все показал. Вот приходите, вулкан вас ждет. Ого, у вас воды. Так, сейчас я доведу до Акмода и вернусь. Ты что кино не смотришь? Вон, посмотри, аниме. Фигня аниме, я ему такое кино дал, любимое моего детства. А? Ты бы им показали, что вышло уже, не? Нет. Надо показать. Так, сейчас я покажу, где они находятся, друзья. И мы вот так по кругу сейчас пройдем с вами. И выйдем через Йеништирин кафе. Наша любимая. Ваша любимая. Кто там был уже? Ну, Дима, твое любимое 100%. Потому что Дима с Эдвином там. Итак, как мода. Первый магазин мужской. Раба. Видео уже на канале. Видели? Видели? Смотрите, это мужской, тут два этажа, костюмы, футболки, все есть здесь у них. И сейчас отведу в женский магазин, второй женский. Это все турецкие бренды, друзья. И тут очень интересное качество ткани. Вот мы ходили, когда я просто, вот вы дотронетесь до нее, вы поймете, что, ну, оно все классно, оно все из хлопка, все натурально, все офигенно у них просто. Итак, это мужской большой магазин. Сейчас мы идем, женский прямо здесь находится. Привет. Туда покажу. И, ну вот он остался, мы переходим напротив. Идем, сейчас будет Эйнштейн Юри. Я его таки Эйнштейном называю, блин. О, он сегодня что, выходной?
Что за день сегодня? А, он уже, наверное, все, все съели. Ушел уже, видите. Еништенин Юрий, мастер Ахмед Уста. И магазин второй Акмода женский. Вот он, друзья. Вот он, женский. Прямо-прямо здесь же. То есть вот мы стоим, смотрим на женский, вот там у нас мужской. Встанем, мы сделали большущий обзор. У нас получилось больше, по-моему, чем полчаса оба видео. То есть не оба видео, а в одном видео у нас был обзор мужского и женского. Все. Ну, как я вас обещал, вокруг, провести вокруг вот так. Сюда вы приходите кушать. Я не знаю, я удивлен, что его 8 нет обычно, в принципе. Ну, наверное, есть какие-то дни, когда он раньше может уйти. Так-то он работает. Хотя ли он, ну, он допоздна не работает, наверное, да. Он, наверное, работает до целый день, как бы, и до, не до 7 или до 8 вечера, Ахмед Уста. Что за девочка? Что за девочка в лимонном платье? Я не узнал даже. А куда вы идете? Как домой? Сейчас будем кошку кормить, у меня бульон есть куриный. Все, друзья, я все обошел, все пришел, всех показал. Всем пока. Алибаба вас любит. А наше видео уже вышло или нет? Нет.